Всем здравствуйте, дорогие зрители. Да куда ты? Значит, всем хеллоу, это игра Метели, поехали. Играем за Ланчика. Всем привет, дорогие друзья, с вами. Всем привет, нет. Снова я. Пришлось возвращаться домой ночью. Короче, да, мне лень слушать, так что let's go. Короче, давайте предположим, что мы это... Блин, нет, ты мог просто потом 2х это поставить, вот это вот. Штей, забей. Посмотри вниз. Я увидел, я это увидел в этот момент. Окей. Нужно выбираться. А как висеть? Да что, блядь, все, Аланчик сдох, он карлик, что ли? Контрол нажми. Контрол? Я нажимаю контрол. Он не стоит. С тогда нажми. Ебать, он прицеле был, понял. Че такое? Не нажимай лучше. Да не нажимай! Нет электричества, хуй на этой причине. Подожди, я сейчас смотрю, смотрю. Подожди. Че причем? А у тебя клетка. Не надо. Клетка? Ладно. Да, электрическая мы стала биться. Выруби, да. Выруби, окей. Let's go. Подожди, подними эту, подними. Веревку сзади. Надя веревку, да. Подними. Нагнись, пригнись к ней. А он чё? Верёвка. А подожди, нажми, там еще записка, вот. Видишь? Пожарный шкаф закрыт на ключ. При пожаре... Я понял. Тебе, короче, эту веревку потом будет придётся обратно подвешивать, когда маньячело придёт. Понял? Да? А как её повесить? Да. Не надо веселицу сделать, что ли, пока маньяк не пришел. Пока маньяк не пришел, ты не сможешь повесить. А это держится болтами. Ну, не болтами, как и не скрепками. Вот, это можешь прятать. Я календарь переверну и снова 3 Подожди, подойди вот назад. Подожди, пойди назад. Назад. Во, видишь красный. Подожди, Fire Station, о май. Ладно, окей, идем. Че такое? О, красный фига. О, мало точек. Только тебе придется потом действовать тихо. Не-не, дверь с электронным замком, умный. А, господи, я подумал, что сейчас ломаю. Че, я хочу все ломать. Поехали. Алло, пизда. Да че, блядь, доски разбить или что? Да ты тупой, я не знаю, что тебе надо. Да ты сам не знаешь, что тебе надо. Почему я пердю? Я заколебался пердеть уже. Смотри, что нам надо? Я не знаю. А, погода. 13 декабря. Очень интересно. Ага, сегодня какой декабря? А, первое, блядь. Что-то не сходится. Добился успеха. Повесить-то не как вот или? Да нет. Повеситься. Если бы можно, он бы уже давно это сделал. Точнее, да, врубим тогда. Ну тогда я тоже слишком дубляет. Панель управления выключена. Нет электричества. Нет электричества. А может ты зарядишь своей клеткой этого? Ланчика? Себя засунешь в клетку. Пожалуйста, наконец. А, я знаю, короче, здесь еще заново нажми, заново. У меня разделили инвентарь, можешь сменить. Нажми. Мне похуй. Короче, я знаю, что надо делать, смотри. Сейчас открой пока что эту, а то тебе не будет интересно. И собери все то, что ты до этого собирал, типа молоток, все остальное, да. Ага. А где молоток? Закрой хотя бы. Меня зовут Макс, вчера вечером на меня напали, я сегодня проснулся. Он был избит. Блять, иди нахуй. Позабавиться со мной. Я бы тоже. О, молоток. О, подожди. Знаешь что? Вот теперь нажми Ctrl Z Alt F4. Угу. Понятно. В смысле, что не так? А че смысл, зачем? А пробуй, короче, возьми. Так это подсказка появится. Там подсказки такое. Ctrl. Комбинация клавиш. Z F4. Че? Нихуя. Не-не, подожди. Ну тогда попробую Z Alt F4. Ну Z Alt F. Ты так ничего и не понял. Знаешь, вот, да-да-да, там. Да, закрой. Закрой. А он закрывается, куда бежать, кто мешает, не знаю. Залезай. Залезай, опять к себе в хату. Главное, чтобы не знаю. Все, закрой. Да я ничего не делал. Все, смотри, все, я чист, все, можешь смотреть, я на проверке. Давай. А прикинь, ты не чист. А что я не чист? Я что, я грязный, что, воняю? Мало ли ты ключ сломал. Какой? Когда ты сломал этого. Ну все, давай, заходи. Давай, я тебя жду. Питчер в хату. Да, какой красавчик. Да. Погоди. А мне тут смотри, ключ есть.
Что-то здесь, что-то здесь не так. Да что не так? Ну давай, докажи, докажи. Мы будем озвучивать, тихо. Видимо, показалось. Лох, короче. Ну давай озвучим, это очень тупо. Клич. Подожди, клич. Тарта. Во! О, все, скотч. Подожди, скотч. Скотч, отбеливает анус. Скотч. Скотч, заклей провода. Да это... Скотч. Там лежал. Где? Это шара. А, скотч. Это изолент такой скотч. Да какая разница? Прощай. Какое электричество? Подожди, у нас тут есть очень много цифр. Подожди, не води ничего. А, понятно. Не води ничего. Да я понял, да я просто... Выруби электричество нафиг, пилка... Подожди, пилка по металлу. Она скобы. Типа пилит. Вот, нашел, молодец, мама, окей. Календарь, подойди. Календарю, сними его и попробуй вырезать. Ну, скобка, ну ты серьезно, ну это обычная скобка. Ты можешь, блин, руками оттри, я не знаю, господи. Блин, а пилка по металлу, подожди, поставь обратно календарь на всякий. Пилку по металлу, она типа пилит, понял, да? Да ладно, офигеть. Анна, поди на маникатах и все. Почему ты просто доски не можешь взять? Да, кстати, а почему мы не можем просто защищаться тем, что здесь есть? Мне есть пароль нужен, чтобы ввести, понял, да? Да, подожди, не нажимай никакие цифры. Здесь очень много цифр, но известно, в каком порядке. Подожди, может, там не он там что-то говорил, это не писал, короче. Пароль это север, запад, восток, юг. Значит. Подожди. Север, а где здесь север? Север, мама, где север? А там на компьютере надо смотреть. В каком компьютере? Короче, север спереди. Значит, 13 декабря 2013. Северный, подожди. Минус 23, минус 25. Западный север. Он, значит, сзади, но туда. Западный, запад. Да зачем ты это смотришь? Посчитать. Математика же. 3980. Подожди. 3980. Ой, все, вырубай электро. Все, его залази. Подожди, я все проверил. Выключить. Дверца. Дверца. Какую дверцу? Сзади. Да. Слепошара. Тупая. Подожди, вот это что ли? Да не это. Не, ну все понятно. Блять, я понял, в какую дверь раскрыл. Погоди. Так, погоди-ка. Так я не понял, какой именно до хера дверей. Может он не заметит. Он заметит. Кто открыл ящик? А это ящик? А, сейчас электричество вроде. А, что? Он просто ушел. А нет. Ха-ха-ха. Ну все, ты будешь. Ай, все, на конца сдох? А не, я выжил. А, лох. Надежно заперто. Надежно. Я открываю первый жест. А, лох! Блядь, да я же выжил, Металлорезак. Резак по металлу. Пилка по металлу, блядь, резак. А. Да. О! Дверь. Открыть. Окей. А какой, что за лифт? Самая лучшая математика в мире. Окей, что у нас тут есть? Ничего. Открывай. Ничего. Да? Ничего. Закрывай. А, закрывать их надо. Да, закрывай за собой. Он же там его кровь. Потом надо тут закрывать. Ё-моё, это вообще жопа. Толчок? Ключи надо на винты, подожди. А ты. А нет, тебе гаечный ключ. Помнишь? Гаечный ключ, а это да что? А это у нас пилка. А, во. Разрежь. 100%. Разрежь. Нажми. Цепочка. Ты юзаешь точно? Я на Е нажимаю, на все сразу же нажимаю. На левую кнопку мыши должен нажать. На левой? Я нажимаю. Подожди. Добрый вечер. Вот, пилка по металлу. А это металл или это? Я вижу там что-то красное. Ну, цепочка. Цепочка явно металлическая. Кислота. Стекло. Если бы она была металлическая, то тогда она очень тяжелая. А какая разница? Большая, это что-то. Ну смотри, мы обычную бы цепочку тупо порвали. Это чё? Ты о чём? Может, здесь чай где-то есть? Ой, что? Чё-то, по-моему, мы забагали игру, тебе так не кажется? Да так, кажется, есть. Потому что мы не можем цепочку просто разрезать. Так она не режется.
А, вот, вверху. А, ты ж как это забрал? Я там... А, подожди, серьезно? Вот лес? Блядь, серьезно? Вот у тебя есть пилка по металлу, ты ебанутый? Монтиро, блядь, только, блядь, подожди, вы не говорите, да? Жди. Подожди, закрывай за собой дверьки. Подожди. Нет, подожди, закрой за собой двери. Она сейчас упадет по-любому. Просто закрой двери. Не, проверь, вот эти вот, да-да-да. Да-да-да. Не, пофиг на него. Да, ты можешь закрыть. Пофиг на унитаз. Подожди, это что такое? А, кстати. Да это электричество. Подожди, я понял почему. А, дверь с электроном. А, я понял. А ты еще можешь лифтом управлять, но я тебе не советую нажимать. Готов? Всё. А, поймал! Забирай. Часть кирки, молодец. Часть кирки, окей. Почему он только не мог сразу же это сделать? Ну я хз, что можешь сделать. Давай, может, давай сейчас попробуем. Давай лифт. Лифт, да. И веревку сразу, может, что-то случится. Не, я знаю, что... А, питания нет. Не, за веревку мне сразу же пизды дадут, это 100%. Да не, почему ты это думаешь? Да я уверен просто полностью это. Не, так ты, блядь, ну он закрыт. Тебе... Да. Беги в клетку! В клетку? А как дверь закрыть? Да. А, подожди, дверь. Быстрей. Дверь, ну закройся. Так. Быстрей, в клетку. Клетку! Нет, подожди, чел, я случайно! Вот и помер дед Максим, да и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок.